16, наверное. Пары. Мы две пары едем. Девушки там, наверное, уже устали стоять в этом. Опять мы на этом поле, на клубничном, но не на том поле, а немножко на другом. Сегодня мы, конечно, пришли не за клубникой, за горохом, потому что... Ну, что-то мне гороху так, такой вкусный горох был. Мы его просто ели-ели. И не могли наесться. Так что мы гороха набрали, а сейчас я... А тут горох по соседству, да, вот из желтого. А здесь вот клубника прям перезревает. Ну как ее не подобрать и не съесть, ребят? О! Такая вкусная, вот вы понимаете? Мелкая. Но она даже вкуснее. Угу. Меленькая, очень вкусная. Какие-то ягодки такие вот. Говорить некогда мне. Сумка, зараза, мешает. Вот это мне даже больше нравится, чем в прошлый раз. Угу. Ой, прелесть. Ой. Коммунизм. Мы клубнику покупать не будем, мы просто ее поедим и все. А купим мы горох. Ой, ягоды обалденные, такие красные, ребята, я не могу. Ой, ну как вот такие не съесть, да? В этот раз клубника вкуснее, чем прошлый. Нью-йоркцы, поезжайте сюда за клубникой. Найдите. О, как она? Винди Акрос Фарм. Адрес найдете по интернету. По названию. Находите адрес, приезжайте сюда. 7 дней в неделю работает она. Это фармс. Наедайтесь клубники. И все будет хорошо. Вот это меленькое, даже вкусненькое. Саш тоже ест. А почему нет? Молодец. Гороха 2 пакета, видишь, набрал. Еще сейчас 3-й наберем. Едим, 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 а? Глупые люди, правда. Сладкая. Угу.
Угу. А крупная не особо сладкая. Угу. Ой, мелкая, обалденно сладкая. Угу. Все, уходим, уходим. Не могу оторваться. Ой, мы сегодня гороха набрали, 3 пакета. Ягод наелись. Поэтому ягод мы не набирали. У нас еще с прошлой воскресенья, с прошлого мы съели ягоды дома. До свидания, девочки. До свидания. До новых встреч. Все, мы самые последние. Сегодня поле закрываем. Видим, бабуераком по лужам едем. Прелесть! Дождик был очень сильный. Вот. И мы самые последние покидаем это поле. Сегодня суббота. Девчонки сейчас будут деньги делить, Саша. Девчонки деньги сейчас делить будут. Девчонки на распродавали. Ой, парень как помчался. Ух, за деньгами помчался, за своей долей. Он помчался за своей долей. Он парнишка нас сегодня везет, такой хорошенький. Все, улыбаются все, молодцы. Вон сколько яблок. Обалдеть, сколько яблок висит. Это картошки сажают. Картошки сажают. Ну да. Ой, здорово. Crisper. Опять Honey Crisper. Да. Приехали. Все, берем горох. Спускаемся. Опа! Careful! Good! Молодец! Раз Галя спустилась, 3 Галя спустилась, 5 Галя спустилась. Ой, не могу! Пойду на горке покатаюсь, пожалуй. На! На, я погуляю еще тут. Давай, я погуляю, тут похожу, пойду на горки покатаюсь. Вот сейчас я вам покажу вот тут вот еще раз. Видите? Расценки все. О! Мы сегодня прибежали сюда, мы же сегодня в этом в парке гуляли, а потом вдруг вспомнили, что фермы... Фармс вот это закрывается. Ну, 4.30 последний этот трактор был, наверное. А может и чуть-чуть еще был. Короче, мы прибежали, было 4.24 сюда. Представляете? Бегом, бегом. Потом, значит, на тракторе доехали, вы это видели. Ну, все, успели. Главное, горох собрали. У меня мама так этот горох любит. Она может его часами клевать сидеть. И я тоже. Вот эти 3 пакета нам хватит, может быть, на 2, ну, на 3 вечера растянем, потому что жалко сразу-то съедать. Поле-то далеко очень. Поэтому вот такие пироги. Вот. Вот такие пироги. Горох дефицит. Сейчас я вот здесь посижу на этой, на змеючке посижу.
Ой, устала Гала, столько прошла сегодня по парку, погуляли. Потом столько я гороха собрала. Ой, как я устала сегодня. Винди Акрос Фарм. Вот такой вот вагончик здесь есть. Вот это название этой фармы, ребята, выучите ее. Прям вот выучите наизусть. Винди, Винди. Это, наверное, как ветреная. Ты парень ветреный, а я серьезная. Смотрите, как по-деревенски, оригинально. А вот любят тут деревенские так клумбы оформлять. Видите, в ванной цветы. Какие-то колеса старые. Какие-то ржавые приспособления. Все в цветочках. Ну вот здорово. И детская машинка. Все приспособлено. Колесики, мотышки. Вот так. Вот тут тоже около магазинчика такая клумбочка. В каком-то... Не знаю, что это такое. Совок какой-то может быть. Очень интересно. Так, идем через магазин. Мальчик что-то кушает. Excuse me, sir. Ой. В магазине мы ничего не покупаем. Что-то тут пусто. Особо купить нечего. Все, иду на парковку, потому что мы сегодня вот здесь запарковались. Вот, меня Сашка ждет уже. Да там пусто, в магазине очень пусто. Там... А? Нечего там купить, все. Едем домой. Все, магазин закрывается. Снимаются все аксессуары. Спасибо вам. Вот. До новых встреч. Еще приедем когда-нибудь. Все хорошо. Еще мы к вам приедем. Turn right, then turn right. Не к вам, так в следующую какую-то, в другую ферму, но обязательно приедем. Не на ферму, а фармс. Turn right. А то ферма получается как вроде коровья ферма, а это фарм. Понимаете ли? Фарм. Ой, такое время, 6 вечера, мое любимое время. Ребята едут, накатались на мотоциклах по грязи по какой-то. Drive 1.6 miles, then turn right. Все едут довольные вот домой куда-то. Откуда-то все по домам разъезжаются. Ну а кто-то в ресторанчик на ужин. Ой, простите, это я чихнула. Надышалась всякими пыльцами. Деревенскими. Вон там трактора. Ой, какие хорошие тракторишки. Хорошо такое иметь, правда? В домашнем хозяйстве. Да. Так не хочется на хайвей выезжать, Саша. Поедем по проселочным дорогам. Мы, наверное, к утру приедем домой. Если по проселочным дорогам поедем. Вот видите, поля поливаются такими вот на колесах трубы. Какой-то Делалио Сот Фарм. Тут вот какой-то бины какие-то растут, большое поле. Короче, здесь всякие деревенские дела. Да. Интересно. Я даже не, направо не могу голову. А вот это автобусы едут, экскурсионные. Это вино пробовать. Виньярды здесь есть. Где вино можно попробовать. Но мы туда не ездим, потому что ну, на машине-то вина напьешься, а потом как на машине-то ехать. Одна я вино пить не буду без Саши. Мы же компанейские, поэтому мы на виньярды не ездим пробовать вино. А так ехать туда просто так неинтересно.
А вон автобусы, вот все оттуда едут, оттуда и туда. Не очень, но выдерживаешь, да? Ну, мы с остановками, если там захотим, с остановками, с перекусами, со всякими. Так что нормально. Во Флориду, когда едем, мы еще дольше едем. Целый день едем.